Леди Бой, но! Леди Бой! Леди Бой, но! Пидор, не уважаю! А, это на камеру вы! Сегодня спонсор этого видео Максим Щербаков, вот, который на цветы. И также партнер выпуска у нас сегодня Глеб Дашкиев, который занимается производством, компания называется Инстер, производством мобильных инстаматов, то есть куда вы вводите просто свой ник в Инстаграме и можете распечатать любую фотку там за несколько десятков рублей. Вот, причем бизнес-модель оригинальная в том, что они их не на улице ставят, а конкретно они сдают в аренду в ресторан за 25 тысяч рублей, чистыми где-то получается 15. Ну и, соответственно, сама установка стоит 100. Вот, для подписчиков нашего канала, тем, кто напишет по ссылке под видео и в прокси, вот у него партнер по бизнесу, девушка, вы ей скидываете заявку в ВКонтакте, да, и вот среди тех, кто напишет, я думаю, это будет, ну, максимум человек 20, да, и среди этих 20 будет разыгран, ну, вот, соответственно, один инстамат по себестоимости за 50 тысяч рублей. Вот, на этом все. Дальше вы смотрите прикольный ролик. Я не знаю, мы таких никогда не делали, это Макс все предложил. Друзья, всем привет! На связи команда «Брат». На связи «Братья Брат». У нас сегодня акция. Мы вот с Русланом, с Серегой решили поздравить максимальное количество женщин. При покупке тарифа, короче, большого, скидки 10%, да, вот эта акция? Да. На острове Панган поздравить максимальное количество женщин. Подарить цветы. Знаете, на самом деле женщины это цветы нашей жизни. То, насколько покажите женщина... Покажите цветы нашей жизни сзади. Да, покажите женщин, которые с нами. Они сегодня у нас операторы. Yes. Ну что, друзья, пойдемте. Я бы еще анонс сделал, что у нас в Бразере вчера запустили даже не конкурс, а просто ежедневная обязанность любого человека. Просто кому-то ты помог, сфоткал и выложил «Брат». И мы считаем, ищем, короче, «Брата дня», чтобы везде рассказать о нем. Мне кажется, вот так можно считать. Сегодня будут три богатыря, я считаю. Да, то есть хорошее дело, да, Руслан? Да. То есть каждый день, вот, друзья, представляете, каждый день кому-то делать хорошее дело. На самом деле, вот, когда ты совершаешь доброе или злое дело, вот, допустим, как, ты что-то доброе сделал, человек это добро осталось, он другому сделал, и так дальше оно передалось. Если ты запускаешь злое, то оно тоже передается. Потом... Да, по цепочке. Что, возьмем сразу все, давай распакую тоже. Я предлагаю начать вот с той женщины красивой. Пойдем молиться, зайдем. Пойдем. Руслан, давай я эти пока здесь оставим. Я у тебя возьму. Давай, бери. Вот, поздравления от брата, короче. Хорошие, спасибо. А девчонкам подарили свои? Девчонкам не останется. Подожди, еще по одной, подожди. Конечно, спасибо, мои хорошие, очень приятно. Пойдем такие, знаешь, где покупаем, там, мяу, там, Серега. Здорово. Близкие. Рыбой рахат. Здравствуйте. Возьмите, пожалуйста. Я не успел. Посмотрите, Щербаков делает. Прекрасные, милые девушки. С праздником вас. Это самец, Серег. Всего доброго, всего хорошего. Вы прекрасны. Девушка, здравствуйте, с праздником вас, держите. Пожалуйста, с праздником вас, милые. А где Рустам? А он там где-то чуть-чуть. Я предлагаю пойти такому рабочему. Да.
Леди бой, но. Не уважаем. А, это на камеру вы. Все, фри. Будьте всегда такими же прекрасными, расцветайте. Большое вам признание за то, что вы так хорошо выглядите. Улыбок, море счастья. Все, вот это тема, опередила я. Это что означает, ребята? Это любовь. Связь или Марта? One more? Да, парк. Брата? For children. Капулка, все. О! Вон! И тут хорошо. Настоящий брутал. Держи, с 8 марта. Пойдем в сторону 7-11. А поехали на пляж? Ну, на пляже подарим девушкам цветы, конечно. На пляж, а поехали, мы... на пляж. Поехали на пляж съездим. Айя! Ай! Тебе зачем? А мне лишь. Подожди. Сереж, без звука паркуешься как-то. Надо было через Руслана сразу. Смотрите, друзья, вот это тюнинг. Тюнинг. Турбина прикрученная, космическая турбина. Зумер, да больше 300 тысяч. Используется только на зумере и на космических кораблях. Дорогая, я тебя поздравляю. Родная, да. Мила. Смотри, я нарядный. Да, в аксон тебе идет. Я богачка, да? Я богачка. Цыганка ты, говоришь. Цыганка. А ты будешь говорить, я цыганка. 8 марта. Хотел сказать, 8 марта. Будьте здоровы. Пожелать всего хорошего. Вот, держите. Давай. 8 марта. Спасибо по-русски. Thank you. Кампункап. Тихо. Все, будьте. Сейчас будьте радоваться. Девушки, милые, с праздником вас! Будьте всегда красивыми, спасибо. Улыбайтесь, здоровы, держите, милые, с праздником. Спасибо. Так, подожди. Девушка, милая, а больше нет там никого. С праздником. Благодарю. Счастья вам, радости и вам. Ну что, давайте представимся. Всем привет, на связи Макс Щербаков. Руслан и Серега Соловей. Это видеообращение, видеопоздравление. Заходи. Для наших милых, прекрасных девушек. Девушки милые, любимые, родные. Мы желаем вам всегда улыбаться, быть счастливыми. Чувствовать себя рядом с нами, рядом с сильными мужчинами, чувствовать себя легкими, находиться на женской энергии, легкими, как перышки. Большая благодарность вам за ваш великий труд быть красивыми. Ведь мы, мужчины, только рядом с вами, с вашей поддержкой, раскрываем свою силу и свой жизненный потенциал. С 8 марта вас! И давай подарим цветок неизвестной девушке. Давай. Строевым шагом подходим. Давай, с левой ноги. Это та, которая сейчас одинока, знаешь, вот мы к ней подходим, короче. И каждый по цветку, Серег, отставить. Давай, с центра. Все. Это подарок незнакомке. Трое за тобой ходить будут. Это подарок тебе, наша зрительница.